Имказ Байкал. Итак, сегодня 10 июля. Время у нас 8 утра. Мы сегодня отъезжаем на сплав. Сплав будет по реке Иркут, Санчука до Шаманки. Планировали выехать в 8, но, как обычно, вот небольшие задержки, кто-то приопаздывает, поэтому выйдем чуть-чуть попозже. Им вроде немного надо, была бы прочна палатка. Да был бы нетруден путь. Как всегда, с задержками. Но с дымом сливается песня. Мы выехали. Ребята отводят взгляды. И шепчет во сне бродяга. Кому-то не позабудь. Но с дымом сливается песня. Ребята отводят взгляды. И шепчет во сне бродяга. Кому-то не позабудь. Они в городах не блещут манерами аристократов, но в чутких концертных залах, где шум суеты затих, волнуют горячие души бетховенские сонаты, и светлые песни Грига переполняют их. Волнуют горячие души бетховенские сонаты, и светлые песни Грига переполняют их. Выверен старый компас, получены карты в сроки, и выштопан на штормовке лавины предательский след. Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги. Вот мы уже готовы к отбытию. Время 11:54. Ну, где-то примерно так и планировали. 12:00. Постараемся проплыть где-то 2,5 часа, потом дороги, сделать перерыв, остановиться, сварить, поесть. Посмотрим. Сейчас. Так что это. Все готово, сейчас отплываем уже. Проплываем реку Быстрая. Мы ее проезжали по мосту, и она у нас почти сразу же по правому борту. Евгений Юрьевич. Вот это да, ложись здесь. Застегивай, да? Да, застегни так же. По берегу рыбаки рыбачат. Здесь глубоко можно купаться, смотрите, можете залазить. Обруливать его будет. Там камень, но... Можно пешком пока идти. Что, ты по дну ходишь? Да. Сейчас мель дальше будет, так что. По левой стороне песчаный пляж. Надо, Макс. Прямо на твой рюкзак съедет. Что ты потом будешь делать? Плывем. Время 1:01. Это впереди у нас шумит уже куличья шевера. Потом будет телячий кандибобер. Вот. Это первый такой небольшой порог, который встречается на нашем пути. При повороте реки как раз вот этот шум создается. Это примерно час от места, от реки Быстрой, откуда мы выплыли. Пойдем его посередине. Куличи шеверу будем проходить. На водомете
О, волна какая, ух! Больно, да? Ага. Качает так прикольно. Впереди у нас какая-то шевера. Может, она является куличей. Плывем 1.5 часа, 1:35. Вот. И, возможно, что течение слишком маленькое, из-за этого медленное продвижение идет. При повороте реки вот идет такая мель, шум стоит. Ну, вот она, кулича шевера, да? Вот она. Да, волны здесь неплохие, более-менее. Все-таки. О! Да. Под... Юнга, убрать парус! Мы до нее плыли 1:38. Видимо, из-за того, что вода маленькая и совсем слабое течение. Нам пещерки небольшие вон там на берегу. При нормальной воде ходу до этой куличи шеверы где-то 50 минут, час, где-то так, от реки Быстрой. Вот шевера это продолжается. Потихонечку у нас. Вон там хорошая такая волна. Лёха, держись там. Держись, бочка там. Макс, притормози маленько. Ага. Вот. Шевера, она длинная, продолжается до сих пор. О, там их он, это, окунуло маленько. Рызгается. Все. На камень несет. Подплываем к месту так называемого зуб кокон. Это вот эта гора называется зуб кабана. Здесь стоит зимовье новое. Там, по-моему, недостроено там даже. Это, по-моему, тоже не было вот этих окон. Может, не знаю, сейчас сделано. Вот там люди. Значит, плывем мы. Сейчас время 17:32, плывем слишком долго. Во-первых, вода маленькая. Во-вторых, на первом пороге. Из-за этого заклеивали, потеряли около часа, даже больше. Еще останавливались, выливаем воду, она маленько подтекает. Сегодня вечером будем ремонтировать. Минут 10 вниз от зуб Когана, такой небольшой пляжик, место для стоянки очень хорошее. Я так понимаю, что где-то здесь должен вытекать ручей, малый зуб Коган. Ну, там люди вот стоят, палатка на лодке, это причалили. Очень хорошее место здесь и купаться. Подплыли мы ближе. Ой, я чуть не упал в воду. Подплыли ближе мы к этому месту. К месту стоянки. Там такой пляж классный. Готовые места. Там дальше вот внизу. Вот он, малый зуб Коган, ручей. Я потом ближе его сниму. На этой стороне очень красивый тоже пляж. Здесь вот купаться классно. На эту сторону если переплыть. Ребята купаются здесь глубоко, на мели очень тяжело купаться, там камни, а здесь нормально. Там на дне песок, говорят, наши сейчас окунулись. Здесь вообще такое место классное для купания, для остановки. Все не выдержали, залезли в воду.
тепло, на дне песок, очень хорошее место для купания. Все. Вот эта стояночка, она очень удобная, я думаю, здесь купаться хорошо, течение небольшое, вообще классно. Это вот ниже Зубкогана, минут 5, может быть 10, и сразу видно сдалека. А ты что не купаешься? Холодно. Это вот ручей малый Зубкоган. Здесь вот в этих вот местах, говорят, хорошая рыбалка. Здесь глубоко, мы сейчас купались. Везде глубокое место. Ребята там даже что-то причалили, наверное. Может быть, какая-то уточка лежит там, кто-то бросил. А вот впереди что-то горит. Там за перевалом горело, сейчас посмотрим. Вот. Сейчас. Так, там начинается шевера, это вот после как раз, это вот получается ниже Зубкогана. Она и имеет одноименное название, это как раз сразу за нижним вот ручьем Зубкогана. Вот, поэтому его рекомендуют проходить ближе к правому берегу, что мы будем пробовать сделать. Ага. О, что снимает? Горит, ага. А время не вижу, идет. Да. Вот она, шевера Зубкогана, тоже одноименная. Мы ее проходим правее, там вот камни слева около берега. Она небольшая, в принципе. А там вот пожар сильный наверху. Площадь большая. Волны. Да, там можно было тоже встать, там сейчас будет стояночка. Держаться, дети. О, по волнам. Давай, отчерпывай. Там посередине я вижу камень. Даже два. Большие, да? Да. Правее, нормально. Так. Пойдем, да? Ага. Смотрите, камни впереди. Правее, держитесь. Правее, держитесь. Рита, штурман, командуй. Чем наши там? Вот, видно. Вон он. Держаться. О, парус. Вон слева камень торчит из воды. А это что вот у нас летит тут? Айс, что ли? Айс, но или ничего, горит вверху. Так, Макс, камень впета. Давай-ка. Давай на меня. Газу давай. Газу. Так, стой. Газу. Ага. Стоп. Все, обошли мы его. Сейчас надо будет. Сейчас левее. На тебя маленечко. На тебя выруливаем. Чё? Они видят. Макс, так, маленечко выходим левее на тебя от камня. То, что могло пройти. Так, давай. Там уже что-то еле зачерпнуть.
едем, вычерпываем из лодки воду. Адреналин такой. Адреналин. Ну, на больших порогах она мало, там больше должно быть, побольше адреналина, но. Я не знаю, я первый раз. Сюда аж через борт. Не почки, через борт. Вот так, Макс, прямо, да, камень. Так, выходим с него. Под газовый сейчас. Газу, газу, давай, 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 давай. Почти конец. Ага. Вот сейчас. Это что, камень? Газу, Макс. Так, между ними встали. Хорошо. Наши на камень. Смотри на камень, да? Это что? Проехали. Это ничего, нормально. Это просто бочка. Тут жара пошла. Так. Прямо держим лодку. Эти на камень летят. Так, стой. Сейчас, газу. Хорошо. Смотри, у тебя там как дела вообще? Ты вообще в курсе, что происходит? Смотрите, волны какие классные. Вот, вот здесь. Там камень впереди. Наши вроде тоже. Слева, слева, Евгений. Газу, 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 Макс. Все, теперь газуй, обходи, обошли. Теперь ты выравнивай. Сейчас вправо, давайте уходим вправо просто. Нормально. 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 Да, Рита молодец, там руководит. Ну, гребут как попало, конечно. Но это... Молодцы. Все, прошли порог этот. Теперь надо дым этот пройти, и можно стояночку искать. Время 18:25. Прошли только что вот этот порог. После зубкога, на который камень. А, все, все, прошли по нему. И сейчас пройдем вот эту задымленность и будем искать место для стоянки на ночь. Клеить лодку, чтобы не отчерпывать ее. Все ремонтировать, чтобы успеть встать, разбить стоянку, сварить, поесть. Все дымит, все горит тут. Вот и после порога вот этот вот валун большой, как ориентир, и такая хорошая оборудованная стояночка есть. Можно остановиться, песчаный берег, и вот там вот оборудовано прямо для столик, он там, да, для тентов натягивать, все оборудовано классно. То есть мы бы здесь даже встали бы, но если бы не задымленность, если бы вот это все не горело над нами, потому что невозможно здесь дышать, поэтому двинемся дальше. Все задымило здесь. А вода вообще теплая. Хотя уже поздновато, конечно, но придется нам пройти вот этот участок. Вот сейчас впереди прямо камень, вот он. Что, прямо? Газуй, газуй, Макс. Так. Это у нас малый порог. Так, Макс, выходим это, на тебя выходим. Давай. Так. Опа! Да, нормально. Давай. Нифига, мы пролетели, красава. Что впереди? Впереди что у нас? Да это не камень, не бойся. Макс, я, блин, твою ногу уже черпаю. Так. Наши отстали там. Отстали. Это малый, я так понимаю, порог. Мы прошли. Посматривай, кино там. Вот там вот, смотрите, прямо по пути.
полному контейнеру подходит. Там залетело, а воды столько. Там водоспальники. Итак, прошли малый порог, 7.08, нашли хорошее место для стояночки. Те там тоже были хорошие места, чуть выше, но они были все заняты, народу, блин, что-то много. И вот тут мы, нам пришлось проплыть какое-то время, и мы вот пристали к берегу. Здесь вот такое место неплохое, тоже есть где натянуть тент, кострище, дрова, все есть. Так что думаю, что удачно мы встали на ночевку, места под палатки. Наша лодка опять несколько раз чиркнула по камням, опять побежала. Сейчас будем капитальный ремонт делать. Вот. А? Ночевка, все здесь. Все выгребайте, все вытаскивайте, рюкзаки все. Какой-то ветерок начался, но так тепло. Уже намечается ужин долгожданный. Вчера у нас все почти промокло, потом вот сушим до сих пор многие вещи. Здесь мы спали под тентом, очень удобная штука, кстати говоря. Это наш стол. Здесь уже костер готов. Сегодня у нас был подъем в 8. Время 8.36. Все уже закончили утренние процедуры. И сейчас начнем готовиться. Позавтракаем. И поплывем дальше. Лодку пришлось всю переклеивать. Очень много дырок наделали в дне. Дно жесткое. И налетая на камни, рвется и, короче, начинает бежать. Вот мы ее латали первый день. Второй день решили убрать жесткое дно снизу. Попробовать подкачать маленечко низ, дно. И, в общем, с мягким дном пробовать идти. Посмотрим, как это получится. Потому что у нас просто больше нету ни клея, ни заплаток, ни сил, ни ничего, ни настроения клеить ее. Так что попробуем вот так, вот таким образом. Единственное, у нас будет жесткий, только жесткое место, это задняя стенка, где вот двигатель крепится. Вот она. Посмотрим, как у нас получится. Мы поняли и сделали вывод, что с жестким дном не стоит сплав осуществлять на лодке, потому что все равно какие-то камни цепляешь неизбежно где-то, и оно сразу рвется. Не знаю, там какой должен быть материал, чтобы он не рвался. Вот эти резинки вот китайские, они вообще идут на ура, хоть и груженные, трехместные, там два рюкзака и два человека. Получается даже три человека, по три. Хотя она трехместная, но по три человека тут, три рюкзака, и нормально все идет. Они пролетают везде, все мягкие, пока с ними не было проблем. Это уже для них не первый сплав. Отплыли в 10.50-52. Лодка у нас продолжает течь, поэтому не знаю, как мы сегодня поплывем. Может быть, скоро уже пойдем по берегу, поведем лодку. Так, время час, мы отплыли, простояли целый час. Подгребай вниз, в этот. Лодка у нас порвалась сама собой, китайская, мы ее перехвалили. Думали, что вот-вот она хорошая, она вот взяла просто так сама и начала спускать. Пытались подклеить, не получилось, решили загрузить туда все эти рюкзаки. И всей толпой
спасаемся на вот этой лодке. Ну, посмотрим, как дальше все пойдет. Я чувствую, все хуже и хуже, чем дальше. Чем дальше, тем страшнее. Впереди большой порог. Так что это... Прощайте! Прощевайте, товарищи! Прощайте! Ну вот у нас впереди по правому берегу железный какой-то этот лежит. Знаю, плот, что ли, железный. Паром какой-то. Его видно, нет там. Вот это примерно... Мы прошли 27 минут с места. Короче, от нашей стоянки примерно около часа. Около часа мы. Это мы где ночевали, ниже. Малого порога. И вот там у нас как ориентир час. Проплываем. Торчит железяка большая. Вот это место Три камня называется, потому что там три больших камня на некотором протяжении друг от друга стоят. Очень сложное, да, место для нас. Мы тут пытаемся бороться. Да, с природой, с природными силами. Так, пошли. Потихонечку. Подгазуем. Постараемся, давайте выйти вон туда, на середину. Газу. Все. Ну, надо туда выйти, на ту сторону. Все, выходим. Нормально. Макс, выравнивайте лодку. Мы ждем, они выравнивают. Вот одно из сложных мест для нас было. Почему? Потому что камни торчат, а нам нельзя лодкой шоркаться. Она у нас так вся дырявая, как решето. Вот, поэтому было очень волнительно, но весь экипаж справился, молодцы. Вот у нас вот эти вот места, три камня, вот большой камень, вот один, второй и вот тот третий. Там вот стоянка была, вон стоянка около второго камня, посередине, такая неплохая стояночка есть. Вот. Отсюда примерно осталось час до большого порога. У всех настроение веселое. Главное, солнышко. Солнышко не пекет, 30 градусов сегодня обещали. Плывем час 15, время 14:46. Вот там вот есть речка, и здесь вот хорошая стоянка, здесь вот и пляжик есть, и вот, как видим, баня, там вот люди остановились. Баня, и вон там вон скамейки. То есть тут хорошее такое место для стоянки вообще. Это Артем Гребинов. Для это. Это от трех камней получается час 15. Сейчас 15 не плывем. Подплываем к большому порогу, я так думаю. Это скопление камней. Большой порог, он тот большой камень, ориентир с правой стороны большой серый. Ну, посмотрим, мне кажется, что это большой порог. Так, в 15:09, то есть у нас потребовалось сколько по этому? Рита, полтора часа, да, мы плывем до него? Полтора, час 40, да, от своей стоянки плывем. Перекусывают перед это вот, да, это большой порог будет, так что
чтоб целая была. Так, смотри. Перетекаем вправо. Побаним Денису. Побаним. Артем, ты подгреби. Прошли большой порог. Там наши еще проходят. Много. Че? Так, это на дно не надо напираться нам. Смотрите. Так, сейчас мы это подгребем куда-нибудь. Ну, нам 2 часа понадобилось, чтобы добраться с нашего места до большого порога. Мы его только что прошли. У нас скорость совсем низкая, вода потому что маленькая. Так что следующая у нас будет косая Шевера. Тут до нее, наверное, тоже дойдем. Только 2 часа, наверное. Артем, подбери. Thank you.
прошли по косую Шеверу. Она где-то вот 1.5 километра длится. Много камней, пришлось много прыгать в воду, уходить, чтобы не порвать лодку. Вот. А может, она еще и не закончилась, там вот что-то еще камни, поэтому, наверное, сейчас придется еще гребсти. Угу. В 18.30 прошли порог Бык. Сейчас двигаемся дальше. Ориентировочно через сколько я сказал? Там минут через 30, да? 30, да. Через 30 у нас будет катер. Но сейчас посмотрим, вот до сколько, через сколько мы до него дойдем. 7. Ну. Ориентировочно мы к 8 часам нам надо будет встать. То есть это где-то еще 1.5 часа проплывем. Вот так. К катеру мы подплыли в 7.54. По-моему, это катер. Вот по левой стороне лежит железяка выцвевшая. Вот сейчас уже ищем место для стоянки, для того, чтобы где-то встать. Сейчас должна быть по правой стороне речка. Посмотрим, дойдем до нее или нет. Вот проплываем речку Большую Зазару. Вот. Вон тропинка, вон там он. Вон тропинки. Нашли классное место для стоянки. Оно находится сразу. Его с берега, с воды не видно. Такую полянку. Оно находится сразу за речкой. Большая Зазара, которая впадает тут в Иркут. Сразу увидели тропинку и решили пристать. И обнаружили вот такую хорошую стояночку. Так, что там там еще? Все, что ли? Нет. Шоколадки-то все? Этот там еще был где-то в спальне. Ну, я его покушу потом. Давай этот. Так, это, ребята, никто не хочет ничего. Камера у меня. Взрослая сюда. То есть будет падать то все, да? Да. Никому не будет видно. Я футболка. Отплыли с большой Зазары в 10.37. Подгреби, Денис, подгреби там. Все, будем потихонечку подгребать, стараться это побыстрее. Сегодня нам надо плыть до Шаманки. Что такое синий? До Шаманки. А, лежит постоянно. Ну вот в 10.55 мы подошли к острову. То есть, получается, у нас 20 минут ушло от Большой Зазары. Вот, показался остров впереди. И утки вон там плавают. Вот ниже порога прошли порог Моцкий с горем пополам. Внизу речка Подпорожка. Вот она, проходим ее. Это время у нас 11.31. Там поют сзади. Я так понимаю, что это порог Муромский, 11.55 мы на нем. Обходить надо по левому краю вообще, то есть тут все камни везде, невозможно пройти. Хорошо, что впереди нас были вон, рафтисты на рафтах, вон, и они вот обошли, мы увидели, что они прошли крайним левым берегом. Очень мелко, много камней и так далее. Там посмотрим, как наши сейчас там. Надеюсь, не полезу через камни, чтобы не скучно было.
Тапок, тапок, лови тапок! Вот мы подошли к ЛЭП, время у нас 16:28, вот я уже забыл, сколько мы плывем, честно говоря, все уже это, все под это. 5 часов 50 минут, подразмучились, 5 часов 50 минут, третью неделю. Так, время 5 часов, мы вот подплыли к Шаманке, уже видно мост, все, уже заходим, а дождик закончился, у всех настроение отличное по этому поводу, что мы приплыли почти уже, это уже наш сплав заканчивается здесь, там уже впереди виднеется машина, которая нас ждет, вот такие дела. Растут, здесь тебе не юг, здесь всегда стоят холода. Через континент не протянешь рук, как всегда, ни нет, ни да. Звезды по ночам хороводятся, что тоскуешь, нет, просто грущу. И не хочешь жить, а приходится. Так напился бы, не хочу. Звезды по ночам хороводятся, что тоскуешь, нет, просто грущу. И не хочешь жить, а приходится. Так напился бы, не хочу. Небо чистое понад головой, вдоль дороги лиственниц ряд. Песни петь я хотел лишь одной, а приходится всем подряд. Звезды по ночам хороводятся, по небесному кругу скользя. И не хочешь жить, а приходится. Так влюбился бы, да нельзя. Звезды по ночам хороводятся, по небесному кругу скользя.
хочешь жить, а приходится. Так влюбился бы, да нельзя. Все долги, все дела серьезные стали как-то вдруг нипочем. А вокруг тайга, да меж соснами, не мечтается мне ни о чем. Звезды по ночам хороводятся вокруг небесной, свершая свой. И не хочешь жить, а приходится. Перемелиться не впервой. Звезды по ночам хороводятся вокруг небесной, свершая свой. И не хочешь жить, а приходится перемениться не впервой.